Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я продолжаю играть в игру под названием YouTuber's Life. Пойду спать. Так, сегодня у меня какие планы? Ну, наверное, надо кстати, обзор. Обзор вот, наверное, вроде как заливается. Так, посмотрите, как играю, геймплей записать. Лучше вместе. Так, похоже, надо геймплей... Двойной геймплей записать. Так, отредактирую комментарии. Смотрите, как игра, кстати, это надо именно мне заснять, или можно вообще геймплей заснять? Загрузите геймплей. Делайте видео об игре действительно, просто немного подумайте, о чем хотите сказать. И играйте как круто. Поручение обзор. НА. А, вот как. Понял, задание берем. Можно помощника заставлять делать. Вот помощник будет у меня заниматься как раз-таки поручениями различными. Так, все, я ответил. Куда? Совместное видео надо. Кооператив соснять. Так, что у нас тут? О! Отлично. Все еще популярно. Full HD. Станция 1. Да, начало записи. Тебя вообще-то жду. Так, обычная игра. Плюс 2. Минус 3. Совет наставника. Давайте совет наставника сделаем. 2-3 будет. Плюс 1. Профессионал. Так, умножается на 2, минус 3. Хорошо. Блин. Ну, давайте вот так вот. Минус 1 к сценарию будет. Зато плюс 4. Умножается на 2. Минус 3. Блин, вот так вот сделаем. Зато 12. Представляете? Сразу 12. Плюс 1. Так, чего мне тут не хватает? Актерской игры. Давайте актерскую игру. Выберем. Вы убили 20 врагов. Опять x2. Ну, тут только вот так вот могу сделать. О, звук x2. 8, минус 2. Вот бы сейчас... Вот так вот. 8. Плюс один, плюс один, но у меня актерская игра, а так у меня хромает сценарий, так что давайте вот так вот сделаем. Плюс 4. Помахать на прощание только. А, смотрим самые такие хорошие куски. 8 минус 2, поэтому нам надо компенсировать. Это вот так вот. 3, 8. Тоже хороший кусок. 12. Минус 3, к сожалению, но тут у нас плюс 7 есть. Можно еще один хороший кусок. Так, чего у меня не хватает? По минусам у меня... Актерской игры у меня не хватает. Очень плохая актерская игра. Блин, давайте вот так вот, наверное. Качество видео. Mm-hmm.
Так, и теперь что? Правка цвета. Дублировать. Плавное движение. Мягкий фокус. И все. Можно еще, кстати, добавить. Ладно. На один час больше будет. Ладно, вот так вот сделаем. Пойдет. Хм, рекорд побил. Конечно же, опубликовать. Большое спасибо за публикацию этого видео, Иван. Я расскажу друзьям, что у тебя талант. Так, здравствуйте, Иван. Я представитель Mantendo. Ваше расписание позволяет? Да. Только у меня самой консоли нет. Так, ремонтировать. Так, давай спать, короче. Надо поспать. Поесть. Придется, наверное. Сейчас. Так, не сходить ли в кино? Так. Купить еды. А, ну все, я ухожу на мероприятие. Так, ты что хочешь? Говорят, что у тебя отличное видео. Так, сейчас посмотрим. Zbox 360? Нет. У меня нет такого. Так, галстук надо снять. Так, кроссовки какие? Давайте вот такие вот оденем. Пойдет. Продвижение. Ну, давайте будем продвигать его. Ну, давайте начинайте, чем мы ждем-то. Добро пожаловать на презентацию Динамит Булджи Тренинг. Это игра в жанре граф, приключения, которая выпускается на Mantendo ZI. Критики ставят игре оценку хорошо. Август, 9 августа, дата выхода игры, цена 13 баксов, если вы хотите получить игру бесплатно. Нет, я не хочу, у меня 40 на консоли нет. Достаточно, я ухожу. Так, здравствуйте, меня зовут Кристи. Я торговый представитель компании Mantendo. Надеюсь, мы сможем сотрудничать в будущем. Тут вот заказы можно, кстати, попробовать взять. Так, привет. Сейчас посмотрим, что ты хочешь заказать. Зи, нет. Хотя это и платишь неплохо так. Так. Посмотрим. Хал ПК. Превью, хорошо. Отлично, я отправлю тебе игру, так, хорошо. Ты чё, ты чего хочешь? Хал ПК, обзор. Тоже. Так, надо твит, наверное, сделать. Ага, тут нельзя. Д.
сделаю все возможное, чтобы мои мечты сбылись. А давайте развлекуем так вот. Поговорить о YouTube давай. Надо друзей новых завести. Несомненно, когда-нибудь ты сможешь заработать на жизнь благодаря своему каналу. Может, наешься поговорить? Надо двух друзей еще завести. Ты знаешь, где яхта? Так, яхта тоже нравится. Может, о играх, раз мы на игровой конференции, презентации. Я мало играю в игры. Тогда что ты здесь делаешь? А я хочу поговорить. Так, профиль, ты случайно не кулинар? Мода. Хорошо, с тобой можно про моду поговорить. О моде. А YouTube? А YouTube? А яхте? А моде? Потом опять о яхте. А YouTube? Так, с кем еще потом можно поговорить? Ну-ка, ты что у нас? Романтика, образ жизни. Хорошо, это ютубер у нас. Ты у нас кто? Суперзвезда кулинария. Так, совсем без понятия, но яхта... А. Так, о людях, наверное, поговорить. Так, не нрав... А, нравится, да? Может, о Стерлоу поговорить? А YouTube? Потом с ней поговорим. О славе, наверное. Надо новых знакомых среди ютуберов заводить. Образ жизни это, скорее всего, тоже какой-то блок, но у меня такого недоступно. Так. Слава это не мое, хорошо. О курсах. Курсы тоже не нравятся. А YouTube? Я считаю, что ты один из лучших ютуберов. Хорошо, о YouTube можно поговорить. О яхте, наверное. О яхте, если первый раз прокатит. О яхте. Опять о яхте. Ну, Астролол попробуем поговорить. Так, Астролол. Так, курсы ей не нравятся, моды вроде тоже, похоже, ей не нравится. Может, все-таки про моду попробуем? Так, игры не нравятся. А яхте? А яхте? На что люди? О моде?
А Ютуб? Так, хоть и времени нет, но по разговору продолжаются. О моде тоже можно поговорить теперь. Так, потом... О Стрелоу, наверное, поговорим с ним. Еще одного друга на всякий случай заведем. О Славе, наверное. Потому что суперзвезда. Эй, я не с тобой хотел, я вот с ней хотел. Так, Стрелоу подходит. Так уже в списке друзей. Хорошо, а ты? Левел 19, образ жизни, суперзвезда. Незнакомец. Образ жизни, о моде, наверное. Так, мода подходит. Наверное, о яхте. О Стрелоу, раз она ютубер. Так, о яхте. А вот тут я не знаю, наверное, о людях. Сейчас еще вот этого друга заведем себе. Так, о YouTube поговорим. И потом... Собственно, одного друга надо будет на следующем мероприятии завести. Так, о людях ей не нравится говорить. Понял? О Славе по-любому. О Славе, она же суперзвезда, да, получается? Да, суперзвезда, значит, нужно о Славе поговорить. Так, пожалуйста, не надо о свиданиях, я сейчас переживаю разрыв. Ладно, хорошо. Отменяем. Да, я самый лучший ютубер. О Стрелоу поговорим. О Стрелоу. О моде, наверное. О моде. Ну, я думаю, все потом. О, кстати. Кто это? Это вроде наша давняя знакомая. Если я не ошибаюсь, друг. А, это другой. Это так, который я спутал. У меня, кажется, два друга таких. Так, все, друг. Так, она у нас кулинар. Так, поговорим о яхте. Так, давайте пригласим ее. Отлично. Может, теперь подарок включить? Та-да! Может, поговорить о Ютубе? Так, можно опять поговорить о Ютубе, потому что... У нее вроде как кулинарный блог есть.
О, о кулинарии можно поговорить. Давайте у нее интервью еще возьмем. Так, вы начали записывать. Плюс один, плюс один. Давайте вот так вот. Плюс 4 сразу. Качество видео. Так. Сценарий умножается на 2. Отлично. Плюс 6. Так, качество звука умножается на 2. Угу. Плюс 2. Ну, к сожалению, тут всего лишь двоечка будет. Не очень хороший отрывок будет. Отрезок видео. Вот здесь более-менее так нормально будет. Плюс еще актерская игра поднимется, потому что у меня... Так, плюс 2. Актерская игра. Дальше так вот. Смешной комментарий. Плюс 1, плюс 1. Давайте троллинг. Тут потому что никак не подобрать, чтобы и тут поднялась. Либо актерская игра, либо сценарий. Так, сценарий плюс актерская игра. Ну, давайте эмоции через... А, нет, давайте вот основной игрок. Потому что у меня звука вообще нет, качества звука. Ну, давайте совет. Скорее всего, этот кадр я не буду использовать. Так, эмоции через край. Потому что сразу на 2 умножится сценарий. Убийственный взгляд. Ой, минус 2. Плохой отрезок. Ну, давайте сержант. Тоже плохой отрезок. Этот вариант нет смысла использовать, так что давайте что хуже, то и выберем. Так, звук у нас плохой, так что музыкальное завершение выберем. Не очень хорошая дорожка так получилась. Ну, ладно, давайте сфотографируемся. Так, Иван, можете идти. Спасибо, что пришли. Все, узнают меня. Так, сразу надо будет потом видео замонтировать. Благодарим. Это понятно. Так, купить еду. Так, сэндвичи купим, хот-доги купим. Слишком много покупать не буду. Так. Минус 7. А почему так? Начать монтаж. Так. Смотрим самые лучшие кусочки. Вот. А, подождите. Самый лучший кусочек вот. Потом еще вот кусок хороший. Вот кусок хороший. Так, вот этот хороший кусок. Так. Ну и теперь выбираем самый лучший. Минус, минус не нужный. Вот этот вот. Так, теперь осталось подобрать только более-менее нормально. Да. Подождите, это можно вот так вот сделать. А тут не очень хорошо получается. Хотя вот так вот можно сделать. Так более-менее нормально будет. Блин.
Правка цвета. Дублировать. Актерская игра хромает очень сильно. Интервью. Интерес к событию 98, интерес собеседника 38, интерес 100. Я так понимаю, это проценты. Содержание комментариев. Что это, кстати, такое? Вот что это означает такое? Что это за значок такой? Так. Открыть. Поручение превью. Заснимешь. Подожди, устранить. А, кооператив, спешл, мал и другие мании. В этом видео получено предупреждение о нарушении авторских прав. Решите эту проблему, иначе перестанете получать любую прибыль за... Оплатить. Так, а нанять помощника и дать ему компьютер было отличной идеей, но мне хотелось больше, гораздо больше. Желание создать свою команду росло, а для расширения канала нужен был новый дом. Так ты будешь превью снимать или как? А, ты снимаешь, отлично. Так, хот-дог. Съешь хот-дог, ну и можно сэндвичем еще закусить. Так, там кто-то к нам пришел. Так, что тебе нужно? В кино не хочу. Ну давай сходим. Посмотрим. На мероприятие. Так, продвижение. Закажем продвижение немного. Чтобы больше зарабатывать. Так. Ну, как всегда, фотографируемся. Кстати, я тебя не помню, то, что ты у меня в списке друзей, но ладно, раз уж ты позвала, так. Могу ли я твитнуть то, что на фильм пришел? Да, могу. Так, войти в зал. Ладно, давай, сядем поближе, чтобы время сэкономить. Так, посмотрим твой профиль, поговорим о чем-нибудь. Друг, гений. Ну, хорошо. Сейчас посмотрим, о чем можно с тобой поговорить. О деньгах. О яхте. Яхта тебе тоже нравится, да? А Стрелоу посмотрим. Стрелоу тоже нравится. А Ютуб? Не знаю, Ютуб нравится тебе или нет. Вроде нравится. До свидания. Так, хорошо. А яхте? О деньгах. Астролоу. Астролоу. О фильмах. По-любому тебе фильм нравится, раз ты пригласила меня в фильм, на фильм. Астролоу, значит.
Астрало. Хорошо. Так, показать результат. 6К64. Ну, неплохо, неплохо. Так, оператив по теме мало. Да, это мне нравится. Очень интересно. Мне нравится это видео. Продолжай в том же духе. Самое лучшее видео, я тебя обожаю. Просто обожаю. Ну и ну, хоть кто-то знает, как делать видео. Поздравляю, твои навыки монтажа довольно высоки. Так я курс специально проходил. Ты превью выполнил или как? Ты превью снимать будешь, А, ну ладно, я понял. Ты вроде как уже снимаешь обзор. Я пойду обзор снимать. Обзор на игру, обзор Mandres NFL 06. Mandres NFL 06. Вот он. Так, обзор. Он будет у нас задизлайкан. Зато я денег заработаю. Давайте начнем запись так. Потому что он будет за дизлайк, поэтому надо будет самому хоть как-нибудь качество видео поднять. X2. Значит, вступление. Сразу 6 сценарий. X2 плюс 4. Так, вот так вот. Тоже хороший кадр. Плюс один, плюс один. Ну тут я, к сожалению, никак не могу выбрать нормальное. Давайте вот так вот. Актерскую игру будем прокачивать. Плюс еще одна актерская игра. Плюс два. О, X2. Отлично. Но, к сожалению... Плохо будет. Надо было, наверное, вот этот брать. Вот эту карточку надо было выбирать. Плюс один, плюс один. Плюс четыре. X2. Опять ничего не могу сделать. Плохой кадр, я его даже брать не буду. Плюс два. А тут я тоже ничего не сделал, только совет. Чтобы не запороть плохой кадр, я его тоже не буду брать. Вот этот можно взять будет, если других не останется кадров. Плюс один, плюс один. Ну давайте вот этот возьмем. Так, что мы можем? 3, 2, 4. Наверное, вот этот возьмем. Так. Ой. Вот это, блин, не совсем подходит. Но он очень хороший. Ну ладно, оставим как есть. Обработка. Так, опять новый рекорд. Рекорд побил. Видео до сих пор не готово. Ладно, хорошо. В следующий раз... Что? Блин! Видео было готово, она просто не опубликовала его.
Очень плохо. Чуть-чуть не уложился по времени. Так, хот-дог съем. Че оно тут танцует? Так, это обзор был. Опа! А кто это пришел? Вечеринку? Я согласен. Так, это пока видео создай какое-нибудь. Популярной игре. Продолжить. Блин. Сейчас, когда мы перестанем отвечать, надо сразу резко создать видео. Чтобы пока мы ходили, она хотя бы видео создавала. Так, геймплей. Так, все самое лучшее. Пойдет, давай, создавай, короче. Так, мы идем на вечеринку, так что можно, наверное, вот так вот одеться. На мероприятие. Так, да блин, как посмотреть? Я не посмотрел, сколько у него тысяч просмотров. Может, даже продвижение стоило покупать. Так. А... Поговорить. Добрый вечер. Хотите приобрести эксклюзивную продукцию? Да. Сходите на создание с любым персонажем. Хорошо. Поговорить. А, нет, подожди. А, блин, на свидание не получится сходить. Хорошо, это то, что тут... Ты чего-то там говоришь, но все, что я слышу, это бла-бла-бла. Любовь, вымысел. А чё... Подожди, а чё это я? Я что-то не то сделал, что ли? А, я походу случайно нажал. А, поговорить. Так, посмотрим профиль. Друг, отлично. А, посмотреть профиль. Романтик, хорошо, давай поговорим о людях. Наверное, тебе люди нравятся. Люди, да, люди нравятся. Опять о людях. Так, вручим подарок. Та-дам! Попробуем пригласить. Это, кстати, единственная надежда. Похоже, нет. Да? Отлично. Где мой приз? Отлично, так уж и быть. Вот колпак шеф-повара, но придется заплатить 80 баксов. Хорошо. Так, опубликуем. Если рингетон такой плохой, то почему его все слушают? Опубликуем. Потом посмотрим, что ты мне хочешь предложить. Так, привет, ты Иван. Да, сейчас посмотрим. Хал ПК. Обзор Маник. Хорошо. Так, давай потанцуем. Хотя лучше с ней теперь танцевать.
поговорить о людях. Так, получим подарок. Потанцуем. Та-да! Так, можно поговорить о яхте. Потанцую. Кстати, интервью можно взять? Нет, интервью нельзя взять. Так, ладно. Я ухожу. Кстати, на этом ладно, я закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!